Vi er tilbake igjen for Russian Cover Dance Team. That's all. That's all. Go. And just a few, seems like a few days ago, like a week ago, we watched Monsta X Rush Hour comeback. But today, we were having a rehearsal, and suddenly, there's a notification. And we're kind of like, what's that? Oh! Старшипники, я себе пояс, шану, космос.
Сегодня состоялась свадьба хореографа Monsta X и Ван Хо. Здоровья вам! Мы в эту новость втыкали, мы раз пять ее перечитали и не могли понять, как это случилось. Почему свадьба хореографа Monsta X и Ван Хо? Я не знаю, я боюсь, что будет как с Wanted не выпускали, что вышла практика через немного времени. Да, и вышла в плохом качестве, то есть я не знаю насчет хореографии. И причем сценическая, ну, единственный шанс увидеть танец реально только практика, потому что выступать они с ней не выступали. Ну, Шамош. Да, да, да. Они только отсняли клипы и могли в теории здесь снять практику. У них rush hour, с которым они пошли во все шоу. Да, вторая хоряга. Да. То есть, конечно, они не пойдут с ней никуда. Есть еще такое предположение, что если все-таки мы возьмемся за, ну, хотя бы за МК, да, то вот именно в тот день, когда мы все это закончим говно разбирать, они что-то дропнут, да. Такие, вы разобрали? Вот. Да. Обычно у нас так, да, происходит. Да, обычно так и происходит. Ты только вот... Из головной палаты. И тут, собственно, подъехал КамАЗ еще, и вот там вот тоже... Пожалуйста, ставьте лайки на наши рекасты. Мы очень старались. Я очень соскучилась по Шану. Спасибо, Старжи, что вы пускаете с ним хоть что-то, потому что это ужасно, конечно, что его нет. Очень поддерживаешь мальчишек, но и страдаешь, да. Я никогда не выберу себе Биас и Monsta X. Конечно. Мне кажется, что он чуть вес набрал, у него такие щечки. Крик.